В Екатеринбурге осенью этого года создано общество во имя святой великомученицы Екатерины. Уже вскоре после создания оно заявило о себе громким проектом «Екатерининские города». Он призван объединить города, чья история древняя и современная связана с почитанием святой Екатерины. Сюда вошли Екатеринбург, Екатеринодар, ныне Краснодар, и Синайский монастырь, где хранятся мощи святой великомученицы. Побывать в названных точках общества святой Екатерины пригласило 30 уральских журналистов. В этом паломничестве участвовала и съемочная группа по телекомпании «Союз». Этим сообщением мы открываем цикл новостных сюжетов, которые расскажут нашим зрителям об этой поездке. Екатеринодар. Этот город основали черноморские казаки. Они назвали его так в благодарность государыне Екатерине II, даровавшей им эти земли. При этом государыня неоднократно подчеркивала, что небесной покровительницей города является ее святая, великомученица Екатерина Александрийская. И жители Екатеринодара понимали это тогда, и даже несмотря на то, что в период советской власти город сменил название на Краснодар, понимают и сейчас. Екатеринбуржцев, которым постоянно навязывают выбор между Екатериной I и святой Екатериной, такое согласие по-хорошему удивляет. Как осознавалось именно покровительство святой Екатерины? Вот в Екатеринбурге идут споры, в честь кого же назван город, в честь Екатерины I или в честь ее святой покровительницы? Ну, в данном случае, возможно, как и в случае с Екатеринбургом, смешанный вариант. То есть назван был фактически в честь Екатерины II, но святая Екатерина упоминалась сразу же, буквально в первых построенных церквях, в первых молебнах. И, конечно же, она стала сразу же покровительницей всей этой области и, как следствие, и казачьего войска. То есть почитание такое просто не могло стереться из памяти людей. И даже сейчас, спустя долгий исторический промежуток, когда многие христианские святыни были преданы забвению, но, тем не менее, никто этой традиции не отменял, этой преемственности. То есть все это вполне органично сочетается сейчас. Потому в городе и установлены памятник Екатерине Великой и памятник великомученице Екатерине. Последний, по словам нашего собеседника, уже завоевал у горожан большую популярность, хотя был установлен сравнительно недавно. Несмотря на то, что, как я уже замечал, святая Екатерина буквально с первых же дней существования Екатеринодара как такового стала его небесной покровительницей, но подобный памятник, именно отдельная скульптура, появилась чуть больше полутора лет назад. По инициативе местных властей, конечно, не без участия Екатеринодарской епархии, было решено воздвигнуть монумент. В столице Кубани, с которой столицу Урала объединяет небесная покровительница, постоянно сравниваешь, а что у нас, а что у них. Екатеринбург, переименованный большевистской властью в Свердловск, 19 лет назад смог вернуть себе имя святой Екатерины. Правда, название области по-прежнему остается кроваво-террористическим. Екатеринодар все еще зовется Краснодаром. Правда, слово «красный» в большей степени сегодня воспринимается в значении «красивый». В Екатеринбурге, в отличие от Краснодара, нет пока ни храма святой Екатерины, ни памятника ей. Да и в решении проблемы возвращения исконных названий старинным улицам нам есть чему поучиться. Табличка на этом доме гласит: улица Советская, в Екатеринодаре улица Графская. И каждый волен выбирать то, что ему ближе. О других впечатлениях о встрече жителя уральского града святой Екатерины с кубанским смотрите в следующих сюжетах.